Всем привет, с вами Андрей Захаров, мы сегодня поиграем в Gravity Falls, легенда об амулета гномов. Эта игра, кстати, эксклюзив от Nintendo 3DS. Выходила где-то в 2016-2015 году, когда Gravity Falls еще тоже был примерно новый. То, что сейчас посмотрим, что это за игра такая. Я вообще давно хотел в нее поиграть, притом я фанат Gravity Falls, на самом деле, я всю серию смотрел. Обожаю Gravity Falls, жалко его закрыли. Но как бы... Будет, что будет. Я же, кстати, начинал его записывать, но как-то мне не повезло там. Я другую игру ставил, поэтому... Сейчас будем смотреть игру... Я только не знаю, честно говоря, полноэкранный режим будет смотреть, а не, у меня уже стоит так. Как бы мы можем поставить на самом деле два изображения, вот как 3DS экран выглядит, так он выглядит. Или мы можем поставить изображение вот так, как оно сейчас вы видите. Поделать. Что поделать, как бы нам за музыку приходится импанить. Так, давайте полный экран. Во. Красиво. Кстати, смотрел прохождение у некоторых людей. Да, это эмулятор тормозит на старом компе. Но мне компе на... Что-то в тебе? Мне просто хорошее настроение сегодня. Хорошее чувство сегодня. Почему бы нам не провести день вместе? Дядюшка, я обещаю. Семейный веселый день. Я накрашусь солнечным кремом и... принесу немного... корма для Ваддлса. Но Ваддлс это пухли. Кто не знает, скажите просто. Я возьму дневник и попробую найти что-нибудь веселенькое. Отлично. Почувствуйте себя в лучшем здравии, детишки. Сегодня ничто не помешает нам провести день с двумя моими любимыми. Дрочунами. Я не знаю, как это переводится. Неожиданный враг. Странный. Полетел. Что это было? Gravity Falls, кстати, все любят только за сюжет тут. Все остальное типа ругают. Летающий жезл. Что это с лицом персонажа? Я называю его Лого. Юмор Gravity Falls во всей красе казино. Святые угодники. Насколько... Посмотрите, какое летающее создание природы. Необычное создание природы. Которое наверняка будет смотреться круто в моей хижине чудес. Но мистер Снэк это хижина чудес. Дети, если вы хотели бы вам поймать такого летающего чудовища для дяди Стэна, я дам вам немного мороженого. А, если вы поймете это чудовище, я дам вам немного мороженого. Ой, шоколада. Да, приключения. Да, букет мороженого. Ну что, семейные дни, вы обещаете. Поймайте эту вещь и
У вас будет веселая неделя семейная. Так что пошлите-ка. В принципе, так она, кстати, выглядит на настоящем компе. Ой, 3DS, точнее. Это карта мира, кстати. И город тут находится. Но тут несколько зон, кстати, но нам придется возвращаться в некоторые. Тут как бы, смотрите, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь зон, восемь уровней. Но там еще придется возвращаться старые. Но как бы это же Ubisoft игра, поэтому ее можно, в принципе, на 100% пройти, если что. Если получится, то пройдем, кстати. Я буду не против. Та-та-та-та-та-та-та. Мне особенно песня нравится. Жалко, она забанена. Надеюсь, на нас не порут потом кто-нибудь. Хижина чудес там. В номе долины там. Долина Глобус. Так. Наушники немного поправить. Кричат, наверное. Так. Блин, тормознутая. Сейчас она отвиснет. У компьютера бывает такое. Стыра это более мощный эмулятор для 3DS, поэтому я бы играл на нормальной приставке 2DS XL, например, но эту игру, во-первых, не достать уже вообще от слов нигде. Только на ePlayer разве что заказывать, а она там стоит 2500 где-то. Так что, но эта игра единственная, кстати, по Disney, которую не выпалили, не ушла из Nintendo 3DS Store, потому что eShop, точнее. Вот есть еще одна игра на 3DS, которую я хотел. Это Сладкий Форсаж по мультику Ральфу. Так его, короче, уже выпалили из стора, eShop, точнее, поэтому, к сожалению, мы в нее не сможем поиграть. Так, господи. Не обращайте внимания, это геймпад так себе ведет. Я, кстати, настроил управление геймпадом, потому что теперь все нормально работает. Так, о, мистическая. А, я не так перевел в прошлый раз. Я перевел как лягушка. Это туман. Как подозрительный мистический туман. Я не помню, что мы видели такого раньше. Я бы мог подсветить внутри, но кажется, мой фонарик сломался. Но флешлайт это фонарик. Давай расскажем дядю Сэну о нашей проблеме. Пошлите назад. А, ну да, может переключить персонажей. Кстати, интересно, нижний экран тут можно как-нибудь задействовать? А, да. Но стик работает, там другой экран. Тут, кстати, полный дневник. Но мы это потом прочитаем. Я вообще собираюсь игру на 100% скорее всего проходить. Все-таки такая игра, я давно мечтал ее не пройти. А ее, кроме того, нет на русском ютубе, при том на русском был геймплей только этой игры. А самой игры не было. Притом на Твиче кто-то русский все-таки сидел, по-моему, дама. Ну не знаю, она так его не прошла. Видимо, счастье придется только мне. Поправим. Я вообще много уникальных игр хочу пройти, так что скоро вы увидите все сами. Так, давай старче что-нибудь нам говори. Ой, да господи. Вы нашли летающего этого гоблина. Нет, определенно. У тебя, ты когда-нибудь видел черный мистический туман? Уверен, за все время, что я был
Что я нанес на очки? Я такого навидал, детишки. Ты знаешь, как починить фонарик? Если я знаю проблемы, то ЗУС рядом. Он сейчас в магазине наклеек, подарков. Вы можете разузнать там тайну. Да, господи. Давно хотел геймпад поменять, но у меня же этот контроллер уже 5 лет работает. Даже 6. Это самый долговечный геймпад, который у меня есть. Это Ксиокс, кстати. Дипер Мейбл, о, чуваки. Вы, парни, так выглядите подозрительными. Да, это мы. Мы фонарик дал стукача. И нам нужно продолжить приключение. Он нам нужен. О, парень, так вы на квесте? Это же моя любимая RPG игра Sword Рождение меча. Век мечей. Восстание меченосцев. Честно говоря, не знаю, о чем он, о какой игре он говорит. Но в Gravity Falls много было разных игр, поэтому понятия не имею. О, так тебе нужно... Ты можешь нам помочь? Это означает, что ты можешь нам помочь. Да, чуваки? Я буду как держатель меча, кто дает апгрейды героям. И определенно станет... сможет помочь в таком месте. Я думаю, нам нужна батарейка. О, я видел такую повсюду. Одну из таких. Ну вот. Найдите батарейку и отдайте ее Зусу. Наверняка она где-нибудь рядом была. О. Может, это и есть батарейка? Вот так если мигает, кстати, это... Клянусь духом меча, ты нашел ее? Давай-ка я починю ее тебе. Вот фонарик. Фонарик, который уменьшает и увеличит это объекты, кстати. Хотя технически он увидит повсюду. Но это, кстати, мистическая вещь из Gravity Falls, которая была там. Вау, спасибо, Зус. Бум! Вы суперзаряжены, готовы отправляться на бой с пугающим туманом. Я не знаю, что вам принесет эта батарейка, но... Кажется, туман... Кажется, это что-то очень сильное. Я не понял, что он сказал. Да мне не важно. Что ты хочешь? Мое... Что-то у меня сегодня... Эй, дай-ка поговори со мной. Давай-ка поговорим со мной. Иногда ты слышишь о вещах. Возвращайся и сплющи этого монстра. Когда перевожу промптом, как и всегда люблю. Да что, если что-то непонятно, ну, сами переведите, пожалуйста. Тут, в принципе, не так много сюжета, чтобы прям говорить. Это обычный платформер от Ubisoft. Да что, удивляться, откровенно говоря, нечем. Но пока, в принципе, мне игра нравится. Ну, хотя это я наиграл только, наверное, минут 20 или 10. Я, честно говоря, не знаю, мы по одному миру будем проходить и по два. Но тут, кстати, есть и боссы, если что. Так. Так, господи. Может, мой дневник расскажет, что делать? Так, а что делать? А, это этот самый, короче. Thank you.
тут работает, оказывается, это самый серкопад. Ой, не серкопад, короче, экран нижний используется. Ну ладно, он используется не так прям очень часто, поэтому это можно пережить. А вот и долина гномов. Хотя мультсериал, конечно, выглядит получше. Мультфильме, точнее. Мейбл, смотри. Пока он не продолжается. Держите Y, чтобы бежать. Вот там какая-то вещичка. Интересная была. Ну ладно, мы ее заберем потом. Ах! Он слишком быстро для маленьких детских ножичек. Помогите! Кто-нибудь на помощь? Этот голос звучит знакомо. И подозрительно. Давай туда. Давайте-ка проверим. Вот здесь подозрительная вещь какая-то. Проклятый геймпад. Мне еще, кстати, не нравятся вот эти кнопки, типа. Это жив гном, и он атакован. С одной стороны, мы можем помочь ему, с другой стороны, нам нужно натрать ему задницу. Он натерет задницу нам. Какое ругательское слово. Мы достигли тебя определенного согласия. Давай просто претендуем, это... Давай просто посмотрим природный справочник и посражаемся. И он улетел. Вот, 4 камня, вот видите? Пойди в каждой зоне по одному. О, слава рабочкам, вы напугали меня. Вы правда спасли мою голову, мою шею? Опять он завис. Что это за вещь? Почему она хочет этот камень? Это не простой камень, это гном. Амулеты гнома. Гном. Демулет. Хотя переводится как амулет, кстати. Это не просто камень. И не просто амулет. Лучше, чем амулген. И хуже, чем гамулет. Гамлет. История Гамулета такая же старая, как и Королевство гномов. И с тех пор, как вы спасли мне мою жизнь, с последней стороны, это было все 167 раз. 167. Что-то я не понял шутки. Гравити Фолз, они наоборот там мешались им. А, понятно теперь. Есть 4 гемулета, и они разбросаны по всему королевству, магическому королевству гномов. Да, надо заканчивать на сегодня. Гордость гномов, гемулетов — это магическая эссенция земли, воды, огня и ветра.
Как, блин, как это хорошо звучит. А это сердце камня? Пожалуйста, не оскорбляй нашу культуру, ну серьезно. Гемолеты используют магию сквозь лес гномов в определенном порядке, в определенной моде, ну или порядке. Это существо украло все. Бездушные существа. Они все украли все четыре и скрылось сквозь землю. Итак, возможно, это клише фантазии, история клише фантазии и правду, понятно? Послушай, гемолеты полезны, когда они вместе. Если защита ушла, то магический лес помирает, и гномы могут войти в эру тьмы. Если это случится, то я буду, наверное, худшим лидером по всей истории гномов. Они все обратятся против меня. Эй, может быть, вы вернете мне все эти амулеты? Я, наверное, пойду сам. Но я... не знаю, как привести. Я разделю эту судьбу со всем лесом. Не, я укажу, наверное, зоны, где искать это. Инвентарь грибов. Chipmunk Distribution, не знаю, как приводится, и эти... Малыши... Животные. Я не хочу, чтобы этот лес погиб. Ну, пусть... там же живет столько белок. Но я был, как всегда, в своем. Как же животные-то? Так вы мне поможете? Если вы это сделаете, я награжу вас миллионами. Я подарю вам столько миллионов золота гномов. Золото? Куда же он без денег-то? Дядя Стэн все о деньгах только и думает. Господи. Могу я узнать кое-что о маленькие ножки? Я Джефф. Джефф, маленькие ножки. Вау, дядя Стэн, откуда ты пришел? Пугающая дымовая шашка. Я научу тебя, как использовать их, когда ты будешь старым. О, Джефф, давай-ка заключим сделку. Ура! Какие-то знаки по... Какой-то непонятный у них язык. В общем-то. Подожди, что это было? Просто этот гном... Это был контракт вербальный с гномами. Не знаю, как это переводится. Нам нужны эти миллионы. С помощью них, с помощью такой зарплаты мы сможем делать, что захотим. Вы только выбросите, детишки. Я могу себе делать... Я могу стать настоящим чандельером свитеров, но в смысле она будет их... В смысле она придумает новые наряды такие. В их мне понимание.
Я могу делать медвежьи импланты. А я смогу сделать робота... Заполучить тело робота, чтобы... Делоспикер, чтобы когда мой старческий пол уже исчезнет. Принято, вы соберетесь теперь... Вам нужно найти 4 гемулета и спасти гномье королевство. Зус будет вне себе от этого, несчастье от этого. Начните в старых шахтах. Чудовище, которое атаковало меня, возможно, укрывается там. Укрывает там мой прелестный ветреный гемулет. Но гемулет это, наверное, гномий амулет переводится. Потому что по-другому, честно говоря, я не знаю, как это перевести. Скажи, не говори больше ничего, Джефф. Вперед за амулетом ветра. Давайте и буду называть амулетами, а то гемулеты, это такое странное название, чтобы вы знали. Не так быстро, если вам нужно, если вы собираетесь туда идти, вам нужна помощь несколько могущественная. Вам нужна действительно большая помощь, чтобы завершить этот квест. Говорите Шмей, его так зовут, в его комнате на лестнице. Вы найдете оружие там. А также понадобится, нужно потренироваться. Мы не... На нас нет... У нас нет на чем тренироваться, поэтому используйте Шмей. Это гном такой, у них странные очи. Он, возможно, будет доволен. Кстати, Шмейбрилл, оказывается, был главным героем, он главный рассказчик истории забытых легенд Гравити Фолса. Есть такая книга, кстати. Я потом, наверное, ссылку в описании оставлю, если я там об этом вспомню. Так. Спускаемся назад, наверное. А вот он. Шмейблюлок старший. А, Шмейблюлок. Джефф сказал, что нам нужно оружие. Шмейблюлок. А, браслеты. Я с трудом представляю, как им драться надо будет. Проверь их, Мейбл. Это же гноми... Браслеты гномов боевые. Возможно, они были сделаны из легендарного гномьего проклятия, Брэд. Ой. О, они выглядят такие милые. Это же гноми... Это же браслеты для боя. Они не просто браслеты, потому что они и гномы сделали. Шмебелок, Джефф сказал, это будет круто, если бы я потренировался на тебе. В смысле, на тебе. Я собираюсь с ним подраться. Это мой первый бой. Он пылит с радугой. О, мои руки наконец-то будут кем-то использованы. Теперь давай посмотрим, если что-то для меня. Я Мейбл. А, новый свитер. Модный. Какой потрясный свитер. О, я назову его Бедазлинг Флис. Я его назову, честно говоря, свитер с подогревом. А чё, название прикольное. Я буду использовать свои рукава, чтобы атаковать этих врагов с амулетами. Шмейблок, могу ли я подраться с тобой? Шмейблок. Да, я устал определённо. И
Вот и все. Может, он что-то еще скажет? Бум! Похоже, я действительно делаю, чтобы убивать. Буквально. Кажется, нам что-то говорили еще о предрешенных сражениях. Как это... Как вы думаете, как это работает? Люди, как вы посмели войти в нас в проклятый лес и украсть наши магические вещи? Пардон, мистер Гном. У нас просто официальный бизнес от Джеффа. Джефф? Это тот, кто заставил тебя тренироваться? Разве он не ваш лидер? Лес... действительно нуждается в более достойном лидере. Вы знаете, он определенно... Он подарил мне недавно... В особенности его грамоте на Рождество. Вы знаете, что он поздравил нас с Рождеством, отправил грамоту без подчеркивания. Прям просто моментальное недопонимание. Нам нужно слушаться приказов от Джеффа. Так как насчет подраться со мной? Своими оружиями. Я думаю, мы нашли новое чучело, чтобы подраться. Нападайте. Ой. Да нет же. А, типа переключаться надо, понятно. Какая-то поломка. Блин, ну я вроде уже и так потренировался. А, я типа пока враг оглушен. А, да, между нашими силами, твоей силой и свитером и моими правыми рукавами мы действительно не остановимы. Сначала нам нужно сразиться с этими чудовищами. Давай проучим их. Давай будем править миром. Разве? Типа посмеялась. Придержите коней, дети. Древние леса... богаты на Лоутон. Наверное, это мистический мусор хижины чудес, который скрыт в дальних местах. Прежде чем вы начнете искать гемлеты, давайте посмотрим Посмотрите, если вы сможете найти какой-нибудь инвентарь для нашего музея. Мне нужно развивать свой бизнес. С нашим фортуной золотом, с нашей благодарностью, которую нам надо с гномом, если они... Мы принесем амулет, они отдадут нам золото, в общем. Нам нужно еще больше такого. Шиш, дядя Стэн. Сколько долларов тебе нужно? Сколько звезд?
А сколько звезд есть в небе, Диппер? Давай-ка посмотрим. Поищем. В общем, это новый квест есть в новом лесу. В общем, это нам сказали, что тут можно найти вот эти вещи. Типа, ты можешь проходить зоны там, и вот на карте будет по... Вот тут, точнее, на карте будет помечено, что ты нашел, что нет. Посмотри, я нашел какую-то потерянную книгу. Посмотри, давай посмотрим на эти секреты, давай остановим главный лес. Реально, я больше не могу. Так, можно выйти с уровня? Надеюсь, да. Так, а не, мы так просто не можем пойти, короче. Это нам надо в пещеру пойти. Ну ладно, давайте тут закончим. А, завтра или когда там продолжим уже. Так что всем пока. А что мы сегодня закончили?